Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, осьминог бесконечности. И сегодня мы пройдем историю китайской философии. В общем-то, тема лекции, как вы видите, китайская философия. Китайский регион известен своими мудрецами, которые, однако, радикально отличаются от мыслителей других регионов. Одна из главных тем китайской философии – это этическая и политическая практика, которые нередко оказываются слиты. То есть, она изначально была ориентирована на регуляцию образа жизни и способа правления. Метафизические и духовные вопросы начнут активно развиваться в Китае лишь впоследствии, при том преимущественно под воздействием буддийской религии. Мы рассмотрим эту традицию с опорой на текст «Краткая история китайской философии» автора Фэн Юлань. Очень рекомендую этот текст, он действительно может вам помочь разобраться в данной теме значительно лучше, чем, в общем-то, это будет сделано в данной лекции, потому что текст большой, а здесь у нас только краткие вырезки из этого текста, ну и мы будем, конечно, их обсуждать и рассматривать. Первая такая замечательная школа. Начнем вообще с того, что вот дзя, везде, после каждой школы находится дзя. Дзя можно переводить как слово школа. Школа инь-ян. Вот, одна из первых школ, которую мы рассмотрим, это школа инь-ян. То есть инь-ян-дзя. Школа натурфилософов. Условно, конечно, натурфилософов с китайскими религиями, с китайскими стихиями у нас есть там свои проблемы определенно. Но давайте все рассмотрим постепенно. Одним из самых известных мыслителей инь-ян-дзя был Цзоу Янь. Эта школа получила свое название от принципов инь и ян, которые в китайской мысли считаются двумя главными принципами космологии. Инь – женское начало, ян – мужское, инь – темное, ян – светлое. Также ходят, в общем-то, определенные слухи, точнее не слухи, а мнения, в общем-то, китаистов о том, что инь и ян обозначают темную и светлую стороны, в общем-то, горы. Во время, ну, когда солнце, в общем-то, обходит ее вот так вот вокруг, у нее есть темная сторона и светлая. Вот это инь-янь тоже. Как считают китайцы, все космические явления есть результат взаимодействия и комбинирования инь и ян. В книжке «Великий план», то есть в «Великом плане» или «Полумесячных приказах», которые будут исследованы ниже, делаются упор на пяти элементах, но не упоминаются инь и ян. В «Крыльях» и «Книге перемен» наоборот много говорится об инь и ян, но ничего о пяти элементах. Впоследствии, однако, эти два направления соединились, что произошло уже во времена Сыма Тяня. Сыма Тян – это историк известный, который как раз в том числе написал книгу о вот этом периоде ста воюющих школ, одна из которых инь-ян-дзя. Понятие усин, ну, мы переводим это как стихии, либо обычно переводится как пять элементов. Мы должны представлять их не статически, но динамически. Это динамически взаимодействующие силы. Иероглиф син означает действовать, делать. Потому термин усин, если его передать буквально, означал бы пять действий или пять действующих сил. Также их называют уде, пять добродетелей. На Западе же усин переводится как стихия. Какие, в общем-то, стихии у китайцев в данном случае были? Что вот это вот за усин? Почему их пять и что это вообще такое? Это огонь, вода, почва, дерево и металл. Такая пятерка интересная, довольно-таки примечательная, отличающаяся от западной концепции. Теория пяти элементов говорила лишь о структуре космоса, но не объясняла происхождение мира. Этим занималась теория инь и ян. Иероглиф ян изначально означал свет солнца, относящийся к солнцу и свету. Иероглиф инь – отсутствие солнца, тень или темноту. Позднее ян и инь стали считаться космическими принципами. Или силами, представляющими, соответственно, мужское начало, активность, жару, свет, сухость, твердость. И женское начало, пассивность, холод, темноту, влагу, мягкость и так далее. Взаимодействие этих двух первопринципов порождает все космические феномены. Позднее теория инь и ян стала связываться преимущественно с книгой перемен. Изначальный слой ее текста состоит из 8 триграмм, каждая из которых представляет собой комбинацию прямых и разорванных линий. Соединение этих триграмм попарно дают 64 комбинации.
Так, сейчас, как бы вам показать вот эти вот самые палочки, я что-то вот не подготовился. А, в общем, у нас есть три граммы. Одни из них вот такие вот целые палочки, а другие вот такие вот разомкнутые. И они обычно комбинируются по тройкам. Вот так вот, например, вот одна целая, одна в середине разомкнутая. Разомкнутая может быть сверху, а в середине полная, например. И так далее, и так далее, и так далее. А, в общем-то, потом эти комбинации берутся, в общем-то, и комбинируются друг с другом вообще во всех возможных видах, собираются в шестерки, восьмерки и так далее, и так далее, и так далее. И получается, в общем, 64 комбинации вот этих вот палочек, разорванных и слитых. Одна палочка полная и палочка разорванная. Ну, вот так вот. Книга переменная использовалась для гадания, и, в общем-то, с помощью нее можно было прописать 64 возможных ситуации решения проблемы. И с помощью гадания определялся вариант, с помощью, в общем, какого варианта всю эту проблему нужно решить. А да, вот откуда появились вот эти вот палочки. Да, и с книгой перемен там иньян тоже есть. Изначальный слой ее текста состоит, то есть не триграмма, это разобрали, так называемые 64 гексограммы. Да, это 64 гексограмма в итоге получается. А изначальный текст книги перемен состоит из этих гексограмм и описаний их предполагаемого символического значения. Позднее школа иньян пытается с помощью чисел связать иньян с пятью элементами. Так она утверждала, что единица, число неба, порождает воду, а 6, число земли, завершает ее. 2, число земли, порождает огонь, а 7, число неба, завершает его. 3, число неба, порождает дерево, а 8, число земли, завершает его. 4, число земли, порождает металл, а 9, число неба, завершает его. 5, число неба, порождает землю, и 10, число земли, завершает ее. То есть здесь получается вот эта вот земля как элемент, ну то есть как почва, ну то есть именно усин. И земля как земля и небо, это вообще разные вещи получаются. Это вещи, разведенные земля и небо. Вот это вот такая дуалистическая пара тоже в Китае есть. Поднебесное и небо тоже. Китайцы очень любят вообще апеллировать к образу неба, поэтому да, мы встречаемся с такими противопоставлениями. Ну и в усин земля это именно такая вот почва. Это определенно почва, почвенный элемент. А вот здесь уже земля непосредственно как противоположность небу. Вот так и получается, что 1, 3, 4, 5 являются числами, которые порождают 5 элементов, а 6, 7, 8, 9 и 10 завершают их. Следующая школа Жудзя. Жудзя, да, интересно. Наверное, мало кто об этом слышал, но вообще есть такая школа, которая называется конфуцианство. Или школа ученых. Ну вот Жудзя, она вот так вот по-китайски произносится. Почему Жу? Потому что Жу это ученые. Но в каком смысле они ученые? Это не современные ученые, определенно, это не те ученые, которые проводят эмпирические исследования, это книжники, это люди, которые апеллируют к традиции, это люди, которые читают тексты, это люди начитанные, преимущественно начитанные той литературой, которая, в общем-то, была свойственна китайской культуре в древности. Последователи этой школы не только мыслители, но и, в общем-то, книжники. Они прежде всего были учителями древней классики и тем самым наследниками древнего культурного достояния. Конфуций, несомненно, является лидирующей фигурой этой школы и с полным правом может считаться ее основателем. Тем не менее, термин «жу» не только означает «конфуцианский» или «конфуцианец», но имеет более широкий смысл. Но мы будем разбирать, конечно, Конфуция. Но у нас выбора особо, в принципе, нет. Причем не просто Конфуция, мы будем разбирать именно Люнь Юй, суждение и беседы, текст. Вот, с опорой на него сделаны все вот ниже лежащие, в общем-то, высказывания. Говоря о человеческих добродетелях, Конфуций уделял особое внимание гуманности и справедливости. Особенно первые из них. Справедливость и... Ну, и... И это слово, да, такое. Означает должность ситуации. Это категорический императив. У каждого в обществе есть то, что он должен делать. Что он должен делать? У каждого есть, в общем, своя, в общем, должность, то, что он должен делать. Причем ради этого самого обладающего нравственной правильностью. Если же человек исполняет это, исходя из других неморальных соображений, то даже если он делает то, что должен делать, его действие не является справедливым. В общем-то, справедливость определяется долженствованием. И цитата из Люнью. «Благородный человек постигает и, низкий человек постигает ли».
Слово «ли» очень интересное, поскольку вот этот вот перевод, ну, переводим, когда мы слышим вот это вот «ли», мы можем слышать его в разных контекстах, и мы еще не раз встретимся с этим словом «ли», потому что оно многогранно в данном случае. Но проблема в том, что оно произносится по-разному немножко, и проблема еще заключается в том, что это разные иероглифы абсолютно с «ли» будут связаны. В данном случае «ли» обозначает выгоду. Выгоду. Благородный человек постигает справедливость или долг, низкий человек постигает выгоду. Вот. Вот такое вот высказывание. Формальная сущность человеческих обязанностей в обществе состоит в их должности, ибо они обязанности, он должен, ибо эти обязанности он должен выполнять. Но материальная сущность этих обязанностей в любви к другим, то есть в жень, гуманности. А, давайте-ка тут еще опять же придеремся к переводам китаистов. Китаисты очень, в общем-то, очень профессионально подходят, конечно, к своему делу, но слово «жень» переводить как «любовь» к людям, на мой взгляд, сомнительно довольно-таки. Да, как «человеколюбие», вот эта вот «любовь». У нас очень много коннотаций с христианской любовью, с греческой любовью, с четырьмя типами греческой любви. Поэтому, ну, наверное, было бы очень странно подразумевать, что китайцы тоже говорили о той же самой любви. Но вот давайте продолжим разбор. «Гуманность» — это значит «любить других». Или человек, исполненный джень, это тот, кто, желая поддержать себя, поддерживает других, и желая совершенствовать себя, совершенствует других. А быть способным относиться к другим как к самому себе, вот что можно назвать следованием джень. А вот это уже нестандартное, понимаете, нестандартное отношение к понятию любви, определенно нестандартное, оно поразительно отличается от того, как мы понимаем любовь во всех ее всевозможных комбинациях. То есть способность относиться к другим, как к себе самому. Вот что такое человеколюбие. Но, кстати, это действительно похоже больше, наверное, на гуманность, чем на любовь. Поэтому переводить слово «гуманность» можно. А словом «человеколюбие», вот «человеколюбие» нет, наверное, все-таки. Но неважно, мы должны здесь просто разбирать вот эти вот грани, чтобы больше понимать, там, есть у китайцев любовь или нет. Я, например, считаю, что нет, все-таки. Это положительный аспект практики джень. То, что Конфуций назвал джун, в общем, есть еще и джун сверху, то есть преданностью другим. Вот есть преданность, определенная другим. А об отрицательном аспекте, который Конфуций назвал шу или великодушием, люнь-юй гласит. Люнь-юй – это суждение беседы. Так, гласит. Не делай другим то, чего не желаешь себе. А вот и Конфуций сформулировал известное золотое правило этики, да. Продолжаем. Согласно конфуцианству, человек не может ничего делать, ибо для каждого есть то, что он должен сделать. Тем не менее, то, что он делает, не имеет цели, ибо ценность каждого действия в самом деянии, а не во внешних результатах. Конфуций говорил: «Тот, кто не знает мин, не может быть благородным человеком». Поэтому познать мин значит принять неизбежность существующего миропорядка и не обращать внимания на чьи-либо внешние успехи и неудачи. В общем, делай свое дело и исполняй ритуал. Ритуалы про ритуалы здесь, кстати, не сказано. Да, еще и конфуцианцы очень-очень-очень настаивали на том, что необходимо, в общем-то, исполнять определенные ритуалы конфуцианские. Не все школы древние китайские к этому, в общем-то, тяготели. Следующий важный мыслитель после Конфуция в рамках конфуцианства, в рамках Жу, это Мэн Цзы. Во многом, да, он последователь Конфуция, который пытался дать ответ на вопрос, важный о природе человека, и разработал учение, принесшее ему наибольшую славу. Это учение об изначальной доброте человеческой природы. «Сердце всех людей не может вынести вида страданий других», — считал Мэн Цзы. «А если люди вдруг увидят ребенка, который вот-вот упадет в колодец, они все без исключения испытают чувство тревоги и страдания». Мэн Цзы и его школа считали, что космос — это в первую очередь нравственный космос. Моральные принципы человека являются в то же время и метафизическими принципами космоса. А природа человека есть иллюстрация этих принципов. Ну, то есть Мэн Цзы считал, что человек по природе добр. Добр, да, потрясающе. Совершенно добрый человек.
А под небом Мэнзи и его школа подразумевали именно нравственный космос. И понимание этого нравственного космоса Мэнзи называют познанием неба. Если человек познал небо, он не только гражданин общества, но и гражданин неба. А, да, про Мэнзи очень важно запомнить каноничное его положение о том, что человек по природе, в общем-то, добр. Мэнзи задолго до, в общем-то, известного спора Лока и Гоббса, в общем-то, высказал свою позицию по данному вопросу. Очень-очень интересно в данном случае тоже. Так, следующий мыслитель Суньзы, еще один конфуцианец. А Суньзы более всего известен своим утверждением, что изначальная природа человека-то на самом деле зла. Но при этом он все еще конфуцианец, как бы, да. А это прямо противоположно тому, что говорил о ней Мэнзи. На первый взгляд, казалось бы, Суньзы не слишком высокого мнения о человеке. Однако, истина как раз в обратном. Философию Суньзы можно назвать философией культуры. Его общий тезис заключается в том, что все доброе и ценное есть продукт человеческих усилий, именно культура. От природы человек зол, но культура делает его добрым. Именно в этом смысле человек обладает во Вселенной той же значимостью, что небо и земля. Как говорит Суньзы, у неба сезоны, у земли богатство, у человека культура. А также он еще говорил, природа человека зла. Его доброта обретается через обучение. Следующая школа – Модзя или Моизм. Школа Мо, учитель Мо. Да, действительно, был такой Модзи. Модзи, Дзи. Что такое Дзи? Дзи – это учитель, так скажем. Переводится обычно как учитель. Модзи – учитель Мо. Кун Дзи – учитель Кун. Например, Конфуций – это кун дзы. А Конфуций – это латинизация, если вы на самом деле не знали, да. На самом деле он кун дзы. А тут у нас мо дзы. Школа маистов отличается сплоченной организацией и суровой дисциплиной под руководством мо дзы. Ее последователи действительно называли себя монетами. Ну, то есть последователями мо, учителя мо. А в чем, откуда вообще появились эти маисты, кто они такие, что из себя представляют? Вообще-то изначально маисты и его ученики – это представители определенной военной касты, да. И Мо, в общем-то, он был военным, определенно. А принципы конфуцианства по Модзи разрушают Поднебесную четырьмя путями. Конфуцианцы не верят в существование божеств и духов, поэтому божества и духи гневаются. Ах, плохие конфуцианцы. Конфуцианцы настаивают на совершении сложного обряда похорон, ну то есть ритуалы, традиции, и соблюдении трехгодичного траура по кончине родителей, тем самым растрачивают богатство и силы народа. Ой, какие плохие конфуцианцы. Конфуцианцы уделяют большое внимание музыке, что ведет к тем же результатам. Да тоже тратят кучу времени эти конфуцианцы. Как же так? Четвертое. Конфуцианцы верят в предопределение определенность судьбы, побуждая народ быть ленивым и покоряться судьбе. Из текста Модзи, глава 48. А для Модзи Жень и И означают всеобщую любовь, а человек, исполненный Жень и И, тот, кто следует всеобщей любви. Это понятие является центральным философией Модзи и представляет собой логическое доведение до предела профессионального кодекса странствующих воинов, к которым, собственно, и принадлежал сам Модзи и многие его ученики. Их этика гласила в своей среде, в общем-то, они наслаждаются поровну и страдают поровну. Тот, кто придерживается принципа всеобщности, говорит: «Я должен заботиться о друзьях точно так же, как и о себе, и об их родителях так же, как и о своих». Кстати, конфуцианцам вот эта позиция очень не нравилась, потому что конфуцианцы все-таки разделяли уровни любви. Ну, например, своих родителей нужно любить больше, чем чужих. Но других людей тоже там чуть-чуть поменьше уже мы любим. Там братьев своих надо любить больше, чем друзей. И врагов надо любить чуть-чуть поменьше, там, чем вот, чем друзей. Да, получается так. То есть в конфуцианстве есть определенная иерархия любви. В маоизме она как бы снимается. В Мо Цзы есть главы воля, неба и доказательства существования духов. В них мы читаем: «Божество существует. Оно любит людей, и его воля в том, чтобы люди любили друг друга. Оно постоянно наблюдает за поступками людей, и особенно за их правителями».
Оно посылает бедствие на тех, кто перечит его воле, и вознаграждает счастьем тех, кто покорятся ей. Кроме верховного божества есть еще и множество низших духов. Да. Они точно так же вознаграждают за то, что ну, кто следует принципу всеобщей любви, и наказывает тех, кто следует исключению. Интересно. Одна из моих самых любимых школ – это Миндзя, то есть школа имен. Она очень интересная, она определенно как бы будоражит, в общем-то, фантазию. Действительно потрясающая школа. Ее последователи называли... Ее последователи интересовали различия и связь между ними. Они называли эти различия именами и фактами. А членов школы имен в древности называли бэнь-дже, ну то есть спорщики, либо ораторы. А Гун Сун Лун, один из лидеров школы имен, говорит: «Я объединил сходство и различие, и разделил твердость и белизну. Я доказал невозможное, как возможное, и утвердил то, что другие отрицают. Я оспорил знания всех философов и опроверг доводы, выдвинутые против меня». А Хуэй Цзы подчеркивал тот факт, что вещи изменяемы и относительны. А Гун Сун Лун, что имена постоянны и абсолютны. Хуэйши, вот он, известный мыслитель Хуэйши, он был также верным товарищем Джуанзы, но, по крайней мере, они часто беседовали, о чем написано в тексте Джуанзы. А Хуэйши, прочитайте вот это вот имя внимательно, и учтите, что иногда китаисты убирают букву «э». Да, но они, видимо, ее добавляют, потому что, чтобы это не звучало слишком уж пошло, да, иногда он без буквы «э» читается. Хуэйши известен своими 10 парадоксами. Давайте же изучим эти парадоксы, поскольку ну, они действительно интересны. Так вот, первый парадокс. У величайшего нет ничего за пределами него самого. И называется оно великим. У мельчайшего нет ничего внутри него самого, и называется оно малым. Кстати, не очень понятно, почему это парадокс, но мы сейчас увидим, что остальные 10 штук, они действительно парадоксы. А то, что не имеет толщины, не может быть увеличено в толщине, хотя оно настолько велико, что может покрыть 1000 ли. Что не имеет толщины? Линия. А линия может быть увеличена в толщине, допустим, хотя оно настолько велико, что может быть покрывать 1000 ли. Да, интересно. Ли, кстати, это еще длина расстояния. Ну, ли, очень много ли будет вообще на протяжении всей этой лекции. Привыкайте. Привыкайте к тому, что в Китае, в общем-то, три ударения на одном слоге, может быть. Да. Да, один и тот же слог может произноситься три раза, в общем-то, иметь три вида произношения. От этого будет зависеть смысл слова и, собственно, иероглиф. Да, это обычное дело для китайцев. Так вот. Здесь парадокс имеется, поскольку все расстояния относительны. А небо столь же низко, как и земля. Горы той же вышины, что и болото. Все относительно, опять же. Хуэйши настаивает на том, что все относительно. Солнце в зените – это заходящее солнце. Родившийся – это умирающий. Все просто. Солнце добралось до зенита, и все, дальше оно начинает заходить. Правильно, правильно. Родившийся умирает. Почему? Потому что он родился. Ну, дальше, в конце его ждет определенная смерть. Но здесь тоже никакого-то сложного парадокса нет. Пятый парадокс. Великое сходство отличается от малого сходства. Это зовется малым сходством различием. Все вещи в одном смысле схожи, а в другом вещи различны. Это зовется большим сходством различием. Да, некоторые парадоксы такие. Окей, хорошо. А теперь поинтереснее. Юг не имеет границы и имеет границу. Все относительно зависит от имен, и мы можем переименовать все, что угодно, и сказать, что вот этот юг не является югом. Седьмой парадокс. Я отправился в царство Юэ сегодня и прибыл туда вчера. Как можно это осмыслить? Например, я сегодня говорю. Я прибыл в царство Юэ сегодня. Я отправился в царство Юэ сегодня. А когда я уже туда прибыл, там уже через сутки ровно, я скажу, и прибыл туда вчера. Парадокс как бы решен. Да. То есть все относительно. Хуэйши подчеркивает, что нет ничего определенного. Все наши определения – это условности. Это определенные условности, которые имеют смысл только для нас самих. Продолжаем парадоксы.
Соединенные кольца можно разделить. Ну, кольца вообще вот они, кольца, 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 кольца. Никак не разъединяется кольцо, но по хуэши можно. Почему бы и нет? Это парадокс как раз. Разделить, не сломав, вот главное, наверное, в слове. Девятый пункт. Я знаю центр Поднебесной. Это север Янь и юг Юэ. Если не ошибаюсь, север Янь это самая северная точка Китая, а юг Юэ это самая южная точка Китая. То есть центр это все. От севера Юань до юга Юэ. Включая их. А потому что все относительно. Почему бы и нет? Десятый пункт. Люби все вещи одинаково. Небо и земля одно. Вот недавно мы как раз рассматривали сансара и нирвана одно. Да, про мадхьямиков были вот у нас рассуждения. И вот у нас еще хуэйши нас балуют такими же рассуждениями. Почему бы и нет? Другим известным представителем школы имен был Гунь Сунь Лун. Да, 4-3 века до нашей эры. Знаменитый своими софистическими аргументами. Говорят, что однажды, когда он пересекал границу, стражники сказали: «Лошадям не разрешается проезжать». На что Гунь Сунь Лун ответил: «Моя лошадь белая, а белая лошадь не есть лошадь». Это, кстати, вот этой фразой он известен больше всего. И сказав, поехал дальше на своей лошади. Если Хуэйши подчеркивал относительность и изменяемость реальных вещей, то Гунь Сунь Лун – абсолютность и постоянство имен. Так он пришел к теории платоновской идеи или универсалии. Ну, наверное, автор, в общем-то, Фэн Юлан здесь поторопился с платоновскими идеями, конечно, но к универсалиям это, безусловно, близко. Лошади имеют цвет. Поэтому есть белые лошади. Предположим, что есть лошадь без цвета. Тогда это лошадь как таковая. Но как тогда получить белую лошадь? В общем-то, нужно добавить к лошади белые. Белая лошадь получается. Две идеи соединяются, и получается белая лошадь. Из этого получается, что лошадь вместе с белой не есть просто лошадь. И с помощью вот этого доказывается, что белая лошадь не есть лошадь. В Гунь Сунь Лунь-цзы текст, можете почитать. Есть другая глава, называющаяся «Рассуждение о твердости и белизне». Ее главное положение – твердость и белизна разделены. Твердое не есть белое, получается. Продолжаем. Фадзя, то есть легизм. Фадзя – школа законов, на самом деле. Фа – закон, дзя – школа. Иероглиф «фа» означает «правило», «закон». Школа берет начало от государственных деятелей, утверждавших, что хорошее управление должно быть основано на утвердительном кодексе законов, а не на их, не на тех нравственных нормах, о которых говорили ученые. Были те, кто четко представляли себе реальную практическую политику. Правители искали совета этих людей. Если их предложения оказывались эффективными, они часто становились доверительными лицами правителей, а порой и главными министрами. Да, таких советников называли людьми метода. Их называли так, потому что они разрабатывали методы управления большими территориями, методы, которые позволяли правителю сосредоточить в своих руках большую власть, и которые были понятны всем и каждому. Успешно используя их методы, человек даже среднего ума мог управлять и управлять успешно. Ну вот, отличная школа, отличные, в общем-то, помощники для управления. Давайте-ка посмотрим, перечислим их. Ну, во-первых, это Шэнь Дао, Шэнь Бухай, Шан Ян и Хань Фэй Цзы. Хань Фэй Цзы – это великий сумматор вот этого учения. Ну, давайте теперь поподробнее рассмотрим, кто и что не считал. В этой главе мы будем рассматривать Хань Фэй Цзы как кульминационную фигуру легистской школы. До Хань Фэй Цзы, последнего и крупнейшего теоретика легистской школы, в ней существовало три направления. Первое возглавил Шэнь Дао, современник Мэн Цзы, утверждавший, что Ши – самый главный фактор в политике и управлении. Другое представлял Шэнь Бухай, подчеркивавший, что самым важным фактором является Фа – закон. Наконец, во главе третьего стоял Шан Ян, известный также как правитель области Шан, уделявший основное внимание Шу. Ши означает власть или авторитет, Фа – это закон или предписание, а Шу означает метод или искусство ведения дел и обращения с людьми, то есть государственное ремесло. Хань Фэй Цзы считал все три положения незаменимыми. Мудрый правитель подобен небу, ибо он действует в соответствии с законом, честно и справедливо. Таково положение Фа, он подобен божеству, поскольку он владеет искусством обращения с людьми.
Так что люди даже не знают, как с ним обращаются. Таково предназначение Шу, а его власть и авторитет усиливают его приказания, таково предназначение Ши. Ну, то есть, ну да, действительно, получается, он с авторитетом, он с правильным законом, и он с правильным методом управляет всем. Все три есть оружие императоров и правителей, и ни одним нельзя пренебрегать. Вот что считал Хань Фэйцзы. В общем-то, школа легистов по преимуществу занималась вопросами политическими. И очень сильно игнорировала этику, чем не нравилось конфуцианство. И когда конфуцианство, в общем-то, победило в борьбе именно за политическое влияние, школа легистов уж сошла на нет. Дао де дзя. Даосизм. Ну, известное направление, безусловно. В основе метафизики ее последователей лежало понятие дао или пути. Ну, иногда небытия, можно сказать. Ну, я думаю, Фэнь Юлань здесь немножко перемудрил с небытием. Его концентрация в индивиде в качестве естественной добродетели человека Дэ. Есть дао, путь. Путь всего мира, путь всей вселенной, с одной стороны. А с другой стороны Дэ. Добродетель, то есть естественность, естественное течение по вот этому вот пути. У нас есть река, и мы должны плыть по ее течению, и это будет Дэ. А сама река будет как бы как Дао. А термин переводится как добродетель, но лучше передавать его, наверное, как сила, которая сокрыта в любой единичной вещи. К раннему даосизму относятся трех мыслителей: Янцзы, Лаоцзы, Джуанцзы. Янцзы. Один из самых интересных и своеобразных даосов, давайте-ка рассмотрим, что он думал. Принцип Ян-Джу, ну его Ян-Джу звали, но Ян-Цзы, потому что учитель Ян, так его звали Ян-Джу. Принцип Ян-Джу гласит: каждый сам за себя. Даже если бы он мог осчастливить мир, выдернув один единственный волосок из своей голени, он бы не сделал этого. Также еще пишет: есть человек, чей принцип не входить в город, который в опасности, и не оставаться среди войск. Даже для великой выгоды всей Поднебесной он не отдал бы и волоска из своей голени. Он презирает вещи и ценит жизнь. А, да, в тексте Янзы написано: наша жизнь, наше владение и ее польза для нас огромна. Если говорить о ее достоинстве, то даже честь быть сыном неба не сравнится с нею. Если говорить о ее важности, то даже богатство обладания Поднебесной не обменять на нее. Если говорить о ее сохранности, то потеряв ее в одно утро, никогда уже не вернешь ее. Таковы три вещи, о которых заботятся те, кто проникает в суть. Вот что считал Ян Цзы. И вот чему он учил. Следующий очень известный мыслитель – это Лао Цзы. Идеи, выраженные в большей части трактата Дао Дэ Цзин, ну то есть вот трактата Дао Дэ, Дао и Дэ, представляют собой попытку вскрыть законы, лежащие в основе изменения вещей во Вселенной. Вещи изменяются, но подлежащие переменам законы остаются неизменными. Если понять эти законы и регулировать свое поведение в соответствии с ними, можно обратить все в свою пользу, в свою выгоду даже, да. Это второй этап развития даосизма. Однако, даже в этом случае абсолютных гарантий нет. В изменениях вещей, происходящих в мире природы и человека, всегда есть невидимые элементы. Поэтому, несмотря на все усилия, сохраняется возможность вреда. В Дао Дэ Цзине сказано еще более глубоко: «Я столкнулся с великим несчастьем, потому что обладаю телом. А если бы тела не было, когда могло бы постигнуть меня несчастье? Все вещи, лежащие в пределах форм и свойств, обладают именами, или, по крайней мере, возможностью их иметь. Они именуемы. Но Лао Цзы говорит об неименуемом. Он говорит об безымянном. Не все, находящееся за пределами свойств, свойственны, ну, безымянно именно. Универсалии, например, лежат за пределами форм и свойств, но они не безымянны. Но с другой стороны, то, что безымянно, скорее всего, находится за пределами формы свойств. Это и есть дао. Как раз это и есть вот это вот понятие дао, которое может быть выражено в словах, не есть вечное дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли, именуемое есть мать всех вещей.
Это из трактата Дао Дэ Цзин. По-моему, даже одна из первых, в общем-то, одно из первых высказываний. А в главе 32 говорится: «Дао вечно, безымянно, необработанная глыба. А когда глыба обработана, то появляются имена». Также говорится, дао сокрыто, сокрытое безымянно. Самый фундаментальный из законов, что управляют изменениями вещей, гласит, когда вещь достигает своего предела, она приходит в противоположное. Таков закон природы, поэтому счастье основано на бедствии. Бедствие покоится на счастье. Владеющие немногим приобретут, владеющие многим собьются с пути. Уменьши вещь, и она увеличится. Увеличь вещь, и она уменьшится. Совершенно мудрый, оставаясь позади, всегда впереди. Оставаясь вовне, он всегда там. Не потому ли, что он не жаждет личных целей, а все его личные цели завершены. Продолжаем цитировать Дао Дэ Цзин, ну, потому что объяснить Дао Дэ Цзин можно только цитатами Дао Дэ Цзина, ну, просто потому что вот так вот получается. Это довольно тяжелое учение так-то. Так, сейчас. Вот. Он не показывает себя, поэтому его видно повсюду. Он не открывает себя, поэтому он различим. Он не утверждает себя, поэтому он достигает успеха. Он не хвастается своими деяниями, поэтому он продолжает существовать. Он ни с кем не соперничает, поэтому никто в Поднебесной не может соперничать с ним. Да и хорошо известна даосская теория У-Вэй, которая переводится как «недеяние». Также выводимое из этого правила У-Вэй буквально означает «не действовать» или «недеяние». Но поскольку таким переводом пользуясь таким переводом, необходимо помнить, что на самом деле это не означает полного отсутствия деятельности или ничего не делания. Понятие «увэй» означает меньшую активность или делание меньшего. Оно всегда подразумевает лишенное искусственности и произвольности действия. Даосы соглашаются с конфуцианцами в том, что государство может быть идеальным. То есть только если во главе стоит совершенно мудрый. Только совершенно мудрый может и должен править. Различие же между двумя школами следующее. По конфуцианству, когда совершенно мудрый становится правителем, он должен очень много делать для людей. В то время как даосы утверждали, что обязанность совершенного мудрого правителя в том, чтобы не делать ничего. И кроме того, даже уничтожать сделанное. Ну да, вот такой вот правитель идеальный у даосов. Причина этого, согласно Лао Цзи, кроется в том, что все беды мира не от того, что не сделано, а наоборот от того, что сделано уже слишком много. Текст Джуан Цзы очень интересный, имеются многочисленные хорошие переводы этого текста, я рекомендую вам с ним ознакомиться. Как бы непосредственно описывать его содержание довольно сложно, потому что текст состоит из колоссального количества всевозможных небольших историй. Историй поучительных зачастую. Если Лао Цзы писал коротко, писал довольно лаконично, и мы, в общем-то, перечислили основные позиции его учения буквально в трех абзацах, Джуан Цзы намного хитрее и сложнее. Так вот. Свободное развитие собственной природы может привести к относительному счастью. Абсолютное же счастье обретается через глубокое понимание природы вещей. Чтобы осуществить первое из них, из этих требований, свободное развитие собственной природы разума, мы должны полностью использовать наши естественные способности. Эти способности – наше Д, непосредственно исходящее от Дао. Джуан Цзы полагает, что источник счастья и добра в том, чтобы следовать природному, а источник боли и зла в том, чтобы следовать человеческому. Поэтому Джуан Цзы яростно противится идее управления через формальную машину государственного аппарата и провозглашает, что наилучший способ управления состоит вне управления. А на чувства можно воздействовать разумом и пониманием. Даосы утверждали, что совершенно мудрый, полностью понимающий природу вещей, избавляется от чувств. Это не означает, однако, что он лишен чувственности. Скорее, это значит, что чувства его не беспокоят, и он наслаждается покоем в душе. А понятие правильного и неправильного строится каждый раз на основе его собственной ограниченной точки зрения. Все взгляды относительны. С точки зрения Дао все таково, каково оно есть. С Джуан Цзы мы сейчас разобрались очень быстро, очень просто. Я просто вам рекомендую прочитать этот текст. Прочитайте особенно главы про бабочку, например, и про рыбок. Вот и получается. Ну, про бабочку давайте я вам перескажу кратко, чтобы вы заинтересовались. Джуан Цзы однажды приснилось, что бабочка
Ну и он, в общем-то, подумал, а может быть, это не ему снится, что он был бабочкой во сне, это бабочке снится, что она есть Джуанзы. В общем, такое интересное, да, интересная работа со сновидениями. Ну, там много-то таких подобных высказываний. Также есть история, в общем-то, о рыбках. В общем, шел Джуанзы вместе с Хуэйши, уже известным нам Хуэйши, да, который был другом Джуанзы, по реке. И они увидели, как рыбки весело плескаются, в общем-то, в реке, да, весело плескаются. А дальше я уже не помню, что там было, честно говоря. Там, по-моему, рассуждение про радость, да. Хуэйши, в общем-то, спрашивает Джанзе, откуда он знает, что рыбки-то радуются. Откуда он это знает? Непонятно, непонятно. А больше всего меня, конечно, интересует другое высказывание Джуанзы, которое соотносится с понятием бесполезности. Бесполезности. Вот стоит кривое, большое дерево, огромное просто дерево, но оно при этом какое-то кривое, косое, непонятное. Но оно, в отличие от прямых, красивых, классных деревьев, оно все еще стоит, оно не срублено. Другие деревья, которые были полезны, их срубили, их уничтожили, их употребили. А дерево, которое было бесполезно, вот оно-то и прожило дольше всех, так получается. Из этого Джуанзы делает вывод, что лучше быть бесполезным, чем полезным. Так, теперь перейдем дальше. Вот мы сейчас разобрали классическую философию, древнюю, это же философия 100 школ. Мы прошлись по ней довольно-таки кратко. Джуанзы все еще советую почитать. Лёнью советую почитать. Суждения и беседы читайте. Лао Дэ Цзин читайте обязательно. Тоже очень короткий текст. Очень сложный, очень интересный. Так, на этом описание древних китайских школ можно закончить. Они начали существование еще до нашей эры. Но в итоге идейной борьбы победили лишь две – конфуцианство и даосизм. Даосизм в итоге преобразовался в довольно причудливую и разнообразную религию, разбирать которую имеет смысл на занятиях религиоведения. Даосы увлекались идеей бессмертия, а также начали разрабатывать методы внешней и внутренней алхимии, что должно было привести их к этому бессмертию. Сторонившиеся же ранее метафизики, сторонники жуизма, то есть конфуцианства, восприняли идеи школы инь-янь и интегрировали их в конфуцианскую философию, из чего в итоге получилось неоконфуцианство. Ну и промежуточным звеном между старым конфуцианством и неоконфуцианством была философия Дунь-Джуньшу. Как раз вот этот мыслитель как раз использовал позиции школы инь и янь в своей философии. Давайте разберем. Дунь-Джуньшу. Конфуцианский мыслитель ханьской эпохи. Запомнили. Согласно Дунь-Джуньшу, в космосе 10 составляющих. Небо, земля, инь, янь и 5 элементов. И, наконец, человек. Ну вот, в общем, все так. 5 элементов – это дерево, огонь, земля, металл и вода. Да, давайте-ка теперь обратимся к его идее инь-ян. Его идея инь-ян предельно конкретна. В космосе существует два эфира – инь и ян. Темное и светлое. Темный и светлый эфир. Люди все время погружены в них. И подобно, они живут там подобно рыбам в воде. Различие между эфирами инь и ян и водой в том, что вода видна, а эфиры невидимы. Каждый из 5 элементов порождает, в свою очередь, следующий. И побеждается предыдущим. Вот у нас 5 элементов, и получается, вот смотрите, так, что кого порождает. Дерево порождает огонь. Огонь порождает землю. Земля порождает металл. Металл порождает воду. Вода порождает дерево. Почему? Дерево порождает огонь, потому что горит. Огонь порождает землю, потому что пепел. Пепел образуется после огня, и пепел якобы становится землей. Земля порождает металл, потому что в земле находится металл. Как бы мы находим металл в земле. Металл порождает воду, возможно, да, возможно, нет. Кстати, я не знаю почему. Может быть, потому что металл плавится и становится жидким, и поэтому металл порождает воду. Наверное, как-то так. А вода порождает дерево, потому что деревья растут в воде. Все, как бы, вот система порождения, все просто. Таков процесс их взаимного порождения. Но дерево побеждает землю, земля побеждает воду, вода побеждает огонь, огонь побеждает металл, а металл побеждает дерево. Правда, Дунь-Джуньшу что-то не учитывает, что огонь побеждает дерево тоже, как бы, ну ладно, почему это так происходит?
Думаем, смотрим. Дерево побеждает землю, потому что дерево растет в земле. Земля побеждает воду. Ой, наоборот. Дерево побеждает воду. Земля побеждает воду, потому что впитывает, в общем-то, воду. Вода побеждает огонь, потому что тушит огонь. Огонь побеждает металл, потому что металл обрабатывается с помощью огня. Огонь может расплавить металл. Металл побеждает дерево, потому что с помощью металлических там каких-то предметов можно рубить деревья. Таков процесс их взаимного преодоления. Дунжиншу, как и школа Иньян, утверждал, что дерево, огонь, металл и вода главенствуют над одним из четырех сезонов и четырех направлений компаса. Дерево над востоком и весной, огонь над югом и летом, металл над западом и осенью, вода над севером и зимой. Земля соответствует центру и помогает всем другим элементам. А смена четырех сезонов объясняется взаимопревращениями инь и ян. Инь и ян пребывают и убывают, и следуют установленному циклу, ведущему их через все четыре направления. Когда сила ян пребывает, она подвигается, помогает дереву на востоке. И наступает весна. Когда она... Так, где она? Когда она набирает мощь... Она перемещается на юг и помогает огню, и тогда наступает лето. Поскольку небо содержит инь-ян, человек – копия неба, следовательно, в разуме человека есть два элемента – син – человеческая природа, и цин – чувства и эмоции. Син порождает добродетель – гуманности, а цин – порог алчности. Это син, в узком смысле эквивалентно ян – небо, а цин эквивалентно инь – небо. Дунь Джуньшу говорил о значимости культуры, делающей человека равным небу и земле. Здесь Здесь Дун сближается с Сюньцзи. Однако Дун считает, что основной материал человека – это изначально злой. То есть добро – это развитие природы, а не ее противоположность. Так, сейчас. То есть у нас есть в человеке основной материал. Этот основной материал злой. Но также есть и добро. Есть человеческая природа, в общем-то. Но оно есть добро, в общем, получается. Мы с помощью культуры развиваем человеческую природу, получается. А материя у нас злая. Правитель вершит дела, опираясь на благо, награды, наказания и казни. Есть четыре пути управления. И они моделируются по четырем сезонам. Организация управления также строится по четырем сезонам. Ну, вообще нужно понимать, что китайцы очень любили все классифицировать. У них 12, в общем-то, вот этих вот зверюшек, которые годы обозначают. У них 5 вот таких вот классификаторов стихийных. У них еще 2 классификатора по инь и ян. У них много классификаторов символичных. И, ну, с этим просто стоит смириться, как бы. Такое есть. И с помощью таких же классификаторов они организуют управление. Чиновники делятся на 4 ранга. Это соответствует 4 временам года. У каждого чиновника в подчинении 3 помощников. А в каждом времени года 3 месяца. Ну и столько же, видимо, помощников должно быть. Ранжирование чиновников. Да, 3 помощников, в каждом по 3 месяца, да. Ранжирование чиновников происходит от того, что люди в зависимости от их способностей и добродетелей естественным образом делятся на 4 типа. Поэтому на должности отбираются люди, заслуживающие быть назначенными на них. Когда в управлении людьми что-то происходит не так, это с необходимостью влечет за собой неудовольствие и гнев неба, которые выражаются в таких естественных карах, как землетрясение, солнечные и лунные затмения, засухи, наводнения. Небо предупреждает правителей и требует исправить ошибки. А вот таков был Дунь Джуньшу. Теперь мы разберемся немножко с творчеством такого известного мыслителя, как Го Сян. Это интерпретатор даосизма. И он задается вопросом: что же существовало прежде вещей? Я говорю, что это инь и ян. Но инь и ян сами суть вещи. Что же тогда прежде инь и ян? Я говорю, цзы-жань. Природа, естественность. Прежде вещей, а не прежде вещей. Получается, значит, цзы-жань, то есть природа, естественность, прежде вещей. Но цзы-жань, есть просто естественность вещей. Я говорю, что дао прежде вещей, но дао – ничто. Если оно ничто, как оно может быть прежде вещей? А мы не знаем, что прежде вещей, но все вещи непрерывно порождаются.
Это показывает, что вещи спонтанны там, где они есть, и нет того, что заставляет их быть. Цитата. Это цитата Госяна. Как бы. Очень глубокомысленно, интересно и не во всем понятно. Госян полагал, что космос находится в постоянном изменении. Изменение – это сила, необозримая, но безграничная. Она обращает небо и землю к новому и уносит холмы и горы от старого. Старое не останавливается ни на мгновение, но сразу же становится новым. Миллиарды вещей, небо и земля пребывают в вечном изменении. А все, с чем мы встречаемся, тайно уходит прочь. Так, я потерялся. Уходит прочь. А я в прошлом. Не есть то, что я. Не есть то я. Что есть я сегодня. Мне идти сегодняшним вперед, не останавливаясь ни на мгновение. Когда изменяются социальные условия, новые установления и новая мораль спонтанно создают сами себя. А позволить это значит следовать естественному и быть в состоянии увэй, не деяние. А противиться этому и держаться за старое, ушедшее в прошлое, значит следовать искусственному и быть в состоянии ювэй, то есть деяние. А вот. А в комментарии говорится: когда вода несется сверху вниз, ее течение не удержать. Когда большое и малое объединяются, никто не в силах противостоять этому. Если человек пуст и беспристрастен, каждый отдает ему свою мудрость. А что делает он, наставник людей, когда встречается с этим? Он просто доверяется мудрости времени, полагается на неизбежность дел и дает Поднебесной позаботиться о себе. Это все. Да, это вся цитата. Цитата закончилась. Также есть еще одна цитата. Каждая вещь имеет свою природу. Каждая природа имеет свой предел. Различие вещей подобно различию между малым и большим знанием, между короткой и долгой жизнью. Каждая верна по-своему и внутренне не превосходит другие. Кстати, мне очень нравится вот эта вот ритмика, которая то ли в переводах возникает, то ли изначально присутствует в китайском языке. То есть мудрость китайского мудреца можно вот как-то вот так вот понять, что это мудрость именно китайская. Что-то китаец сказал, вообще-то. Определенная вот эта вот структура рассуждений какая-то имеется, которая еще ссылается на различные аналогии. То есть забавно, да. Просто у нас в нашем дискурсе аналогии не очень-то приняты, не очень-то хорошо распространены. Не любят люди образованные аналогии. А китайские мудрецы общаются аналогиями, и это, по-моему, потрясающе, это интересно. Китайский буддизм. Мы уже рассмотрели обычный буддизм. Именно до того, как мы рассмотрим китайский. Теперь мы знаем буддизмы. Да, буддизмы. Кстати, большинство буддизмов, которые мы рассматривали до этого, в основном школы Махаяны, уже присутствуют в китайском буддизме, они есть. Их раскрывать мы не будем. Мы будем раскрывать уникальные учения китайские, ну, в основном самые популярные. Буддизм пришел в Китай в первом веке нашей эры, а после активно развивался, порождая новые направления, которые отличались от индийских. А все общие понятия мы уже рассмотрели в Индии, ну, в другой лекции, поэтому сконцентрируем внимание преимущественно на китайских традициях. Не будем трогать, в общем-то, Мадхьямаку, в Китае она есть. Не будем трогать Йогачару, в Китае она тоже есть. А начнем, пожалуй, с одной из самых популярных школ, то есть Чань-буддизм. Согласно мыслителям этого направления, первопринцип невыразим. Если я скажу этот принцип, попытаюсь его выразить, это будет уже второй принцип. Ну, очень, кстати, в стиле даосов. В записях нередко упоминаются случаи, когда ученик, осмелившийся спросить о фундаментальном принципе буддизма, часто получал от чанского наставника удар палкой. Да, или какой-нибудь другой неадекватный ответ, но удар палкой мне уже нравится, уже интересно. Да, давайте все в чань пойдем и получим палкой по голове. Так вот, например, он мог сказать, сколько стоят те или иные овощи. Почему бы и нет? Вот тебе первый принцип, пес. Такие ответы кажутся парадоксальными тем, кто не знаком с целью чань. Цель же дать ученику понять, что он спрашивает о том, что не имеет ответа. Как только он это поймет, он постигнет многое. Некоторые чанские наставники выражали идею у или первопринципа молчанием. Например, рассказывает, что когда Хуэй Чжун должен был дискутировать с другим монахом,
Он сел на сиденье и оставался безмолвным. Монах сказал: «Пожалуйста, изложите ваш тезис, чтобы я мог спорить». А Хуэй-джун ответил: «Я уже изложил». Монах спросил: «Каков же он?» Хуэй-джун сказал: «Я знаю, что он за пределами вашего понимания». Обожаю чайцев, они забавные. А знание первопринципа – это знание, которое не есть знание. Поэтому метод совершенствования – это совершенствование, которое не есть совершенствование. Однажды Хуэй-джан начал толочь кирпичи перед его хижиной. Когда Мадзу увидел его, то спросил, что он делает. Хуэй-джан ответил, что хочет сделать зеркало. Мадзу сказал: как можно, искрошив кирпичи, сделать зеркало, а?» Хуэй-джан ответил: «Если искрошив кирпичи, нельзя сделать зеркало, как можно, медитируя, стать Буддой?» Услышав эти слова, Мадзу достиг просветления и стал учеником Хуэй-джана. А наилучший метод духовного совершенствования – действовать без намеренных усилий и целеполагания. Именно это даосы называли увэй – недеянием, и уси – несозерцание. То же самое утверждает Хуэй-юани – даошень. Добро не влечет воздаяние. Такой метод совершенствования не нацеливается на благие последствия, как бы хороши они сами по себе не были. Скорее, он ставит целью вообще не производить последствий. Если действия не имеют следствия, то после того, как следствие прежде аккумулированной кармы исчерпает себя, человек освобождается из круговерти рождения и смерти и достигает нирваны. Так вот, совершенствование, как бы длительно оно ни было, является лишь подготовительной работой. Для достижения состояния Будды оно должно быть доведено до кульминационного пункта внезапным просветлением, подобно прыжку через пропасть. И вот когда человек уже достигает этой грани внезапного просветления, наставник может оказать ему наибольшую помощь. Для готового совершить прыжок любая помощь, даже самая малая, является огромной поддержкой. На этом этапе чанские наставники пользовались методом палки и крика, чтобы помочь достичь просветления. В чанской литературе описано множество случаев, когда наставник, попросив ученика решить какую-то проблему, вдруг наносил ему несколько ударов палкой или кричал на него. Эти действия совершались в нужный момент, если они совершались в нужный момент, ученик достигал просветления. А вообще чанский буддизм знаменит своими всевозможными интересными парадоксами. Например, хлопок одной ладонью. Как можно хлопнуть одной ладонью? А? Как можно? Вот так. Да, шучу. На самом деле, наверное, у китайцев были маленькие ручки, и они не могли хлопнуть одной ладонью. И поэтому для них это был парадокс. Простите, китайцы, ничего плохого не хотел про вас сказать. Следующая школа Тянтай. Очень интересная буддийская школа. Очень разительно отличается от всего прочего буддизма. Философия школы базируется на учении Махаяне о пустоте, объясняя индийскую философию Мадхьямики, объединяя индийскую философию Мадхьямики с китайским учением о Татхагатагарбхе. Мы все это рассматривали, Татхагатагарбху рассматривали. Оно не совсем китайское, честно скажем. В Китае оно развилось до конца в Китае, безусловно. Учение комбинирует теории и практики многих школ. Одна из самых главных доктрин школы Тяньтай заключается в такой фразе: «В одном акте сознания 3000 миров». И учение о едином уме тесно связано с космологическими представлениями буддизма, прежде всего воззрениями, согласно которому каждый тип живых существ и его место пребывания могут рассматриваться двояко, как особый уровень развертывания сознания и как соответствующий этому мир. Таких миров традиция насчитывает всего-то 10. Всего 10 миров. Прежде всего, это 6 миров сенсорических существ, миры адов, голодных духов, то есть претов, мир животных, мир людей, мир асуров и мир божеств. Ну, божеств девы. Девы божества – это девы. К этим мирам сансары добавляются еще 4 мира благородных личностей. Вот они. Мир шраваков, мир пратьека Будд, мир бодхисаттв. Бодхисаттва. Что такое бодхисаттва? Это просветленный бодхисаттва. Человек, который достигнул просветления. И мир самого Будды непосредственно. 10 миров. Каждый из этих миров присутствует в любом другом мире. Миры как бы проникают друг в друга. Адов присутствует...
Мир адов присутствует в мире Будды, а значит природа Будды присуща не только добро, но и зло. Но также и мир Будды присутствует в адах. Умножение 10 на 10 дает 100 миров. И каждый мир рассматривается еще в трех отношениях. Каждая из которых тоже получает статус особого мира. То есть мир существ, мир пяти сканг. Сканги это, в общем-то, психические аспекты развертывания сознания, да. И мир страна, рассмотрение каждого мира как вместилище живых существ. Умножение 10 миров на 30, на 3 дает 30 миров. Верно. Далее следует приумножение уже имевшихся 100 миров и полученных 30, что и дает 3000. Кстати, иногда даже говорится, в одном акте сознания 3000 миров. Это, вероятно, относится к школе Тяньтай. Все 3000 миров не только существуют объективно и содержат сознание живых существ, но они опираются на абсолютно единый ум, ум Будды. Каждый акт этого ума полагает эти миры целиком и полностью. На этом основана Тяньтайская доктрина вечного Будды. Следующая известная школа китайского буддизма – это Хуаянь. Исходный пункт хуаянской философии – это ее доктрина, доктринальная основа, то есть образ драгоценной сети бога Индры, описанной в Гандавьюха сутре. Эта сеть была сплетена из драгоценных каменьев, каждый из которых отражал все остальные камни, в свою очередь отражался во всех камнях. В этом образе последователи Хуаянь увидели метафору дхармового мира. Но здесь это называется фадзе, единого и целостного универсума. Объясняя учение, Хуаян своим ученикам Фадзан, основатель этой школы, взял 10 зеркал и расположил их вокруг статуи Будды. Таким образом, эта статуя до бесконечности отражалась в этих зеркалах. Интересно. Это наглядный пример иллюстрировал одно из четырех базовых положений Хуаян. Все в одном и одно во всем. В каждом элементе весь мир. И этот элемент в каждом другом элементе. Интересно, очень интересная позиция, согласно которой вот во мне есть все. В каждом из вас есть все, и в том числе я. Интересно получается. Бесконечное отражение бесконечного количества живых существ. Ну или конечного, очень большого, по крайней мере, количества живых существ. Буддизм чистой земли. От прочих буддийских школ, школа чистой земли отличается тем, что освобождение от сансары в ней достигалось не собственными силами, а благодаря спасительной силе другого, то есть Будды Амитабхи. Ее поэтому и называли школой сил другого, в отличие от прочих школ, школ собственных сил. Необходимость опоры на силы Будды Амитабхи объяснялась последователями этой школы, исходя из принципа угасания способностей существ в эпоху конца учения. Согласно доктрине этой школы, вся история буддизма делилась на периоды истинного учения, первые 500 лет после нирваны Будды, учения лишь подобного истину, последующие 500 или 1000 лет, и конца учения, следующие 1000 лет. В последние из этих периодов люди уже не способны понимать сложности буддийской философии и занимались изощренной техникой йоги. Единственный путь – вложить все свои надежды на спасительную силу сострадания Амитабхи. Да. Это такой уже религиозный, так скажем, буддизм, который опирается на чистую веру, веру в Будду Амитабху. И это очень интересная разновидность буддизма, особенно ввиду того, что буддистам обыкновенно не особо свойственно заниматься такими вот вещами. Так, сейчас. Неоконфуцианство. Следующая интересующая нас тема – это неоконфуцианство. Начнем, пожалуй, с того, что неоконфуцианство – это термин западного происхождения, обозначающий обновленное и преобразованное конфуцианство, в систематизированном виде возникшее в Китае в XI веке, завершившее формирование духовных ценностей ядра, духовно-ценностного ядра традиционной культуры Дальнего Востока. В общем, это очень важное учение, и оно, наконец-то, включает полноценную метафизику, с которой мы сейчас будем работать и пытаться ее понять. Одним из ранних мыслителей данной школы был Джоу Дунь И. Он утверждал, что великий предел движется и порождает ян. Движение, достигнув предела, превращается в покой. В
Покой порождает инь. Покой достигает предела и вновь становится движением. Движение и покой попеременно становятся источниками друг друга. В общем-то, вот волнообразное движение. Да, интересное волнообразное движение. Почему бы и нет? А инь и ян разделяются, и две формы, то есть инь и ян, устанавливаются. Превращение ян и единение инь порождает воду, огонь, дерево, металл и землю. Пять стихий гармонично устанавливаются. Четыре сезона следуют своим чередом. Пять элементов это инь-ян, инь-ян. Инь-ян – один великий предел. Ну, то есть усин – это инь-ян, а иян – это один великий предел. Великий предел коренится в беспредельном. Пять элементов порождаются, каждый обладает своей собственной природой. Подлинность беспредельного – это эссенция двух форм и пяти элементов. Отсюда возникает непостижимое единство. Путь цянь становится мужским, путь кунь становится женским. Две стихии взаимодействуют и порождают мириады вещей. Мириады вещей рождаются и изменяются бесконечно. Один только человек получает их в высшем совершенстве, и поэтому он самый мудрый из всех существ. Шао Юн. Следующий мыслитель. Ну вот мы уже, кстати, рассмотрели товарища Джоу Дун И. У него мы видим очевидную диалектику. Очевидная, в общем-то, диалектика двух противоположностей, инь и ян, включающие в себя великий предел, определенное вот это вот понятие, которое плохо можно отрефлексировать, оно такое абстрактное, непонятное, общее. Через инь и ян объясняется в том числе усин, смена усин, смена времен года, скорее всего, тоже полностью объясняется. И все идет вот по даосскому принципу. Инь сменяет ян. На возвышение, после возвышения идет снижение, после снижения идет возвышение, и вот такой вот принцип как бы исповедуется в том числе Джоу Дун И. Это очень, в общем-то, по-даосски, как ни странно. А следующий мыслитель, который интересует нас вот в ряде, в череде неоконфуцианцев, это Шао Юн. Он изучает, в общем-то, гексаграммы. Все вместе 12 гексаграмм составляют цикл. А вообще-то цикл вот этот вот рисуется. Ну, блин, жалко, я рисуночки вам не подобрал, но лень было, ладно. Цикл разомкнутые линии. И они рисуются таким образом, что они тоже вот эта вот разомкнутость, она то убывает, то прибывает, то убывает, то прибывает. Шао Юнь на примере гексаграмм показывает вот это вот эти вот самые принципы, которые разбирал Джоу Дун И без гексаграмм. Да. Все вместе 12 гексаграмм составляют цикл. После того, как влияние инь достигло пика, на дне следующей гексаграммы появляется ян. Влияние ян становится все сильнее, месяц за месяцем, гексаграмме за гексаграммой, пока в свою очередь не доходит до вершины. Тогда на дне следующей гексаграммы вновь появляется инь. Влияние инь растет до полного преобладания, затем вновь порождается ян. И цикл года и гексаграммы начинаются заново. Таков неизменный ход вещей. Материализация этих принципов складывается в небо, землю и мириады вещей космоса. Так говорит Шао Юнь. Небо порождается движением, земля порождается покоем, движение и покой взаимопревращаются. И дао неба и земли исчерпывается. А движение начинается и рождается ян. Движение достигает предела и рождается инь. Инь и ян взаимопревращаются, и действие неба исчерпывается. Покой начинается и рождается мягкость. Покой достигает предела и рождается твердость. А твердость и мягкость взаимопревращаются, и действие земли исчерпывается. В общем-то, вот учение Шао Юна. Следующий известный мыслитель – Джан Цзай. Джан Цзай разрабатывал учение о Ци. Буквально Ци означает газ, эфир, материал, из которого все состоит. Ну, некий, в общем-то, тонкий материал, возможно, даже схожий с чем-то с воздухом. Великий предел – не что иное, как Ци. Великая гармония – это Ци во всей своей полноте. Джан Цзай называет ее также блуждающей Ци. Да, всплывание, подъем и движение – это качество яна, погружение, падение и покой – качество инь. Под воздействием качеств инь ци всплывает и поднимается, а под воздействием качеств инь погружается и падает. Поэтому ци находится в постоянном процессе либо сгущения, либо рассеивания. Когда ци сгущается, образуются вещи, когда ци рассеивается, вещи распадаются. Вот, кстати, вот ци – очень известная концепция, и вот Джан Цзай над ней работал активно. Чен Хао.
Следующий мыслитель Чен И и Чен Хао, братья вообще-то. Вот. Братья Чен И и Чен Хао. Чен Хао будет у нас здесь первым разбираться. Он полагал, что единство вещей, важнейшая характеристика Жень, ну то есть гуманности. Познающий должен первым делом постичь Жень. Человек Жень неотделим от всех вещей. Справедливость, благопристойность, мудрость и верность – это все Жень. Познать эту истину, следовать ей с искренностью, почтительностью – вот все, что нужно. Дао не противостоит вещам. Словом невозможно выразить это. Деяния неба и земли – это мои деяния. Чен И в некотором, ну, работал в совершенно другом направлении. Он считал, что Ли, это уже третье Ли, имеющее совершенно другое значение. Да, Ли – это дао, которое за пределами форм, или, как сказали бы мы, абстрактное. Орудие же – это то, что есть отдельные вещи в пределах форм, конкретное. Согласно Чен И, Ли вечные не могут быть ни увеличены, ни уменьшены. Он говорит, нельзя говорить о существовании или несуществовании, увеличении или уменьшении Ли. Все Ли полны, в них не может быть недостатка. Чен И описывает также мир за пределами форм, как пустоту, в которой ничего нет, но которая заполнена всем. Она пустота, потому что в ней нет индивидуальных вещей, но она полна Ли. Все Ли присутствуют там вечно, вне зависимости от того, проявляются они или нет в реальном мире. Вот эти вот Ли, они немножко похожи на идеи Платона, честно говоря. Не знаю, насколько адекватно переводить Ли как идея или идея Платона, но действительно что-то похожее в них есть. Причем проблема, опять же, заключается в том, что Ли – это некий прообраз вещи за пределами форм. А идея Платона, из нее вытекающая идея форм Аристотеля, они как бы очень похожи на то, что они в пределах форм находятся. Ну, то есть разница есть. Речь тоже идет о неком запредельном, о неком идеальном, но в данном случае Ли лежит за пределами форм. А вот идея Платона – это некий образ, это, возможно, даже чистые формы. Ну, по крайней мере, в некоторых случаях это точно является чистыми формами в случае со стихиями. Следующий мыслитель, очень интересный и очень, в общем-то, значительный для Китая, Джу Си. Сейчас мы будем разбирать его позицию. То, что Синтай за пределами форм и не имеет не только формы, но и тени, это Ли. То, что Синся или в пределах форм и обладает чувствами и обликом этой вещи. Все понятно, все просто, все, у чего есть форма, и все, что обладает чувствами и обликом, все, что мы можем почувствовать, и все, что может чувствовать, и обладает обликом этой вещи. Да. А Ли не имеет ни тени, не имеет ни формы. Вот такая вот интересная Ли. Опять то же самое Ли, обсуждение того же самого Ли. Когда какое-то дело исполнено, в этом есть какое-то Ли. Ли есть у всего, естественного или искусственного. Все они обладают Ли с первого момента существования, поэтому и говорится, что в космосе нет ни единой вещи, которая бы не имела природы. Поднявшись по ступенькам, учитель Джу Си продолжил. Для кирпичей этих ступеней есть Ли кирпичей. А сев на стул, сказал, для бамбукового стула есть Ли бамбукового стула. Можно говорить, что иссушенные вещи безжизненны, но и среди них нет ни одной, которая не обладала бы Ли. Ли вещей существует еще до самих конкретных вещей. Ли – это цзы данной вещи, ее предельный стандарт. У конфуцианцев цзы получает значение высшего идеального прототипа вещей. Некий такой идеальный эталон. У космоса должен быть предельный стандарт, высший, всеохватывающий. Он охватывает все множество Ли вещей и является их высшей совокупностью. Ну это прям очень похоже на идею, в общем-то, Платона, идеи только с некоторыми оговорками. Потому что у каждой вещи, возможно, даже у плохого, всего плохого, у ножа, которым маньяк убивает, в общем-то, жертву, есть свое Ли. Да. А по Платону, вот, в общем-то, ну, идея ножа как бы есть, но вот тот нож, которым маньяк убивает определенную жертву, вот это уже не то, что должно быть. Так вот, поэтому
Поэтому наш герой Джуси называет Тайдзи, то есть великий предел. Поэтому он называется Тайдзи, великий предел. Сейчас я что-то не туда забрел сейчас. Да, Ли, в общем-то, является Цзы, то есть предельным стандартом. Поэтому этот стандарт, он называется Тайдзи, то есть великим пределом. Все имеет свой предел. Предельное Ли. Ли, которое охватывает небо, землю, миллиарды вещей, это великий предел. Ну, наверное, это великая Ли получается, да, великий прообраз всего мира. А Джуси также говорит, великий предел выше всего, вне него не может быть ничего, превосходящий все, он самый возвышенный, самый непостижимый, самый сокрытый. Наличие же нашего физического мира становится возможным, потому что есть Ци, на которую накладываются образы Ли. Таким образом, получается, что Джуси объединил учение Чен И о Ли, а также учение Джанзая о Ци. Интересно. А теперь вообще просто самое отбитое ОПГ за всю историю китайской философии. Это субъективные идеалисты. А первым субъективным идеалистом среди неоконфуцианства был Лу Цзююань. Он говорил: космос – это мое сознание, а мое сознание – это космос. А также он, да, говорил: создание, сознание есть Ли. Ну, да, понятно, вот эти идеи все. Он полагает, что предустановленное различие природы и сознания не более чем вербальное. Йогачару мы изучали, в йогачаре это очень похожая ситуация в целом. Может быть, кстати, под воздействием йогачара возникло такое восприятие мира. Но Лу Цзююань в рамках конфуцианства впервые сформулировал концепцию субъективного идеализма. Вот она вам. Сознание есть Ли, и при этом космос – это мое сознание. Мое сознание – это космос. И все, что мы видим, это все части моего сознания. Однако Лу Цзююань не был самым знаменитым последователем этой традиции. Самым знаменитым был Ван Шоушень. А также его звали Ван Янмин. Ну, неудивительно. Два имени у человека. Ван Шоужень и Ван Янмин. Он завершил и систематизировал взгляды школы учения о сознании. Ну, то есть, вот оно. Вот оно. Лу Цзюань, представитель школы учения о сознании. Ван Шоушень считал, что когда не смотришь на цветы, они и твое сознание в безмятежности. А когда видим их, цвет их сразу же проясняется. Теперь ты знаешь, что эти цветы не вне твоего сознания. По концепции Ван Шоушеня, космос – это духовное целое, в котором только один мир, конкретный и актуальный, переживаемый нами самими. Сознание – это Ли. А также в Поднебесной могут быть дела и принципы вне сознания. Как же они могут быть? Непонятно. Великий человек объединяет небо, землю и мириады вещей. Он смотрит на Поднебесную как на одну семью, а на Срединное государство как на одного человека. Те, кто различают телесные формы и различают себя и других, низкие люди. Великий человек способен объединить небо, землю и мириады вещей не потому, что он хочет так, потому что гуманность его сердца, естественно, такова. Сердце низкого человека точно такое же. Он лишь сам делает его низким. Да. А проявление сиятельной добродетели заключается в любви к людям, ну, то есть к Жень. А любовь к людям, ну, то есть Жень, состоит в проявлении сиятельной добродетели. Если я люблю своего отца, отцов других людей и всех отцов Поднебесной, то моя гуманность и мой отец, отцы других людей и все отцы Поднебесной станут одним целым. У всех людей, плохих и хороших, природа сознания одинакова. Она не может быть полностью замутнена эгоистическими желаниями и всегда проявляется в немедленной интуитивной реакции на вещи. Все, что нужно, это без колебаний следовать велениям изначального знания. Вот таково идеальное идеалистическое учение Ван Шоушеня. Ну или лучше сказать Ван Янмина, так проще. Ах, ну вот мы и прошли по китайской философии. Мы коснулись учений наиболее выдающихся мудрецов Китая. По сути, мы в сокращенном виде изучили всю китайскую философию. На деле, конечно, она куда сложнее, интереснее, многообразнее. Но теперь вы имеете о ней представление, да? Мы захватили большую часть раннего периода китайской философии, и все, что только было в Китае, в итоге так или иначе с этим связано. Китайская философия прекрасна в своей уникальности и, безусловно, заслуживает внимания людей, интересующихся историей человеческой мысли.
Ну вот, собственно, и все. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания.